победитель международного конкурса Константин Волоснов. Константин Волоснов исполнил органную таккату и фугу ре минор Иоганна Себастьяна Баха. То самое произведение, которое 35 лет тому назад огласило своды этого зала и чему посвящено наше сегодняшнее мероприятие. Именно поэтому позвольте от вашего имени, дорогие друзья, желая вам и доброго вечера сегодня, пригласить на сцену директора филармонии. Это народный артист России Виктор Бобков. Спасибо. Добрый вечер, уважаемые любители филармонии классической музыки. Я тоже очень рад приветствовать в этот прекрасный памятный вечер всех нас вместе. Я приветствую слушателей, я приветствую наш замечательный оркестр, который уже готовится издать первые свои звуки. Когда мы подводим какие-то промежуточные итоги по существованию, ну, знаете, даже слово «существование», наверное, не подходит, по такому праздничному и победоносному шествию нашего короля инструментов в нашей жизни, конечно, мы вспоминаем тех подвижников, которые позволили нам нашу жизнь изменить, сделали более счастливой, более богатой, более красивой. Я называю те имена, которые для нас, может быть, святы, и, конечно, мы должны об этом помнить не только в юбилейные дни. Прежде всего, это, наверное, инициатор этой идеи установки первого в Калининградской области органа, это председатель горосполкома города Калининграда Виктор Васильевич Денисов. Добрая и светлая ему память. Знаете, у нас сегодня предстоит такая феерия с некоторым интригой, с детективным сюжетом. И вот, знаете, позвольте буквально несколько минут вашего благосклонного внимания для того, чтобы... Там у нашего органа тоже очень интересная история. Когда в 80-м году здесь был открыт концертный зал филармонии, сцена находилась в том месте, где сейчас находятся наши звукорежиссеры, наши операторы. Слушатели сидели лицом туда, здесь был балкон, органа не было. Первый, кто открывал в 80-м году, это был пианист Плетнев. Но Виктор Васильевич Денисов решил, что в филармонии должен быть орган. Он обратился письмом Министерства культуры СССР с такой просьбой. Ему ответили: пожалуйста, очередь ждать нужно 20 лет. Не такой человек был Виктор Васильевич, чтобы смириться с такими неприемлемыми, на его взгляд, условиями. Он узнал, что в Паланге отдыхает заместитель Фурцевой, заместитель министра культуры СССР, товарищ Кухарский, грозный и решительный чиновник. Он направился туда. Кухарский отдыхал с супругой. Виктору Васильевичу Денисову удалось его заманить в Калининград, устроить ему здесь очень хороший, теплый прием, в результате чего все документы были подписаны, и Калининградская область, Калининградская филармония получила вне очереди прекрасный орган. Возможность для постройки прекрасного органа, который уже потом осуществлял именно вот такую техническую организационную работу Гарри Яковлевич Гротберг, народный артист России, лауреат государственной премии, и для нас человек, который сделал просто, ну, огромное дело, чешская фирма Ригер Клосс. Он обратился к строителям, кто делал этот орган, с такой очень откровенной пламенной речью, не пафосной там чрезвычайно, а просто человеческим языком. Он пожелал чешским мастерам, чтобы они трудились на совесть, потому что это должен быть наш общий памятник нашей общей победы над фашизмом. Потому что Калининградская земля – это такая земля, которая, где шли жесточайшие бои и где было очень много жертв. И вот таким светлым памятником должен был, по мнению Гарри Яковлевича, стать орган, и это свершилось. Чешские мастера сработали великолепно.
особые сплавы металла, особые породы дерева. И вот уже прошло 35 лет, и наш орган является одним из лучших в России и не нуждается ни в каком вмешательстве, ни в каком ремонте, потому что это было сделано руками прекрасных мастеров и под таким тщательным контролем. Вот я, пожалуй, так, знаете, бегло рассказал, извините, что занимаю ваше внимание, потому что я понимаю, что сейчас уже все находятся в предвкушении самого проекта, за который мы благодарны Министерству культуры Российской Федерации, который поддержал финансово этот проект, всем тем артистам, которые очень с большим энтузиазмом и с большой теплотой, и с большим вниманием, и проявив при этом свое мастерство и свой талант, готовились к этому сегодняшнему вечеру. Я желаю всем хорошего настроения, артистам удачи. Они находятся сейчас за кулисами и уже ждут, не дождутся, когда я закончу свой разговор, чтобы выйти на сцену и уже представить свое великолепное искусство. Хорошего всем вечера. Спасибо, что мы сегодня все вместе собрались. Спасибо. Наверное, еще одну дату мы сегодня с вами вспомним. И вот когда Виктор Васильевич говорил о своем полном тезке Виктора Васильевича Денисове, у меня такая сразу параллель. Виктор Васильевич Денисов способствовал тому, чтобы здесь, на этой земле, появился первый орган в Советской Республике. А первый орган, появившийся вообще в России, вот этому способствовал Петр I. Действительно, в энциклопедии есть такая строка, что по заказу, по приглашению Петра I в Москву приехал органный мастер, который был известен на севере Германии и в Голландии построением своих органов и построил для России первых два органа. Вот эта строка и легла в основу фантазии автора, который тоже волнуется, не только артисты волнуются, но и автор сидит там среди зрителей и волнуется, потому что сегодня на ваш суд вынесено его творение, его фантазия о том, как строились эти органы в нашей стране. Встретился ли Петр I с этим органным мастером или не встретился, или это нафантазировал автор, или это приснилось во сне Арпшнитгеру, мы не знаем. Однако же вернемся к нашим реалиям. Благодаря помощи Министерства культуры России в этом проекте участвует огромный творческий коллектив. Это солисты двух оркестров, о которых говорил Виктор Васильевич. Они образовали новый оркестр, неслыханный, невиданный. Духовые ударные инструменты и инструменты русские народные. Два оркестра объединились здесь. Концертный духовой оркестр филармонии и оркестр русских народных инструментов Калининградской областной. Два дирижера поочередно будут становиться за дирижерские пульты. Ну и, конечно, в первую очередь артисты нашей филармонии, которым пришлось не только петь, выступать привычные для них роли, но еще пришлось им учить огромное количество текстов, непростых, сложных, подчас и непонятных. Но мне кажется, что работали они с огромным удовольствием и самоотдачей. В этом проекте принимают участие два хореографических коллектива под руководством, под созданием авторской хореографии Полины Переверзевой. Здесь все время есть движение, есть пластика, энергетика.
Здесь поют не только солисты филармонии, но и образовался вокальный квартет, который создал Александр Хайновский, и сегодня вы услышите это выступление здесь. Участвуют артисты литературного театра, которые создают незабываемые образы. Я не знаю, может быть, я еще забыла кого-то назвать, но в конце вы всех увидите. Нам кажется, что когда пройдет спектакль, и если он вам понравится, а мы очень верим в то, что он вам понравится, и вы будете вызывать сюда всех участников нашего проекта, то тогда уже все абсолютно будут отмечены. Вы, наверное, обратите внимание на необыкновенные костюмы, которые создавали наши модельеры. Это Наталья Васильева и Елизавета Панкова. Ну, художник, конечно же, художник. Он создавал образы того времени, накладывая их на наше сегодняшнее восприятие. Алексей Чебыкин. Ну что, кого еще я не вспомнила? Ради бога, простите меня. Мне тоже уже очень хочется произнести вот те самые заветные, так ожидаемые не только вами, но и нами, вот эти слова. Итак, мы начинаем. Зачем, зачем нам прошлое веков, что было в нем, что каждый понимает, оно из давних дней, как тени облаков, над каждою судьбою пролетает. Зачем, зачем нам треснувший багет, где зеркала, где свечи не мерцают, затертые холсты из паутины лет, не отыскать, где отражения тают. Не отыскать, не отыскать, не отыскать, где отражения тают. Зачем, зачем нам тот кабриолет, где париков пустые разговоры, и ехать в никуда напрасно, взяв билет на тарантасе с лопнувшей рессорой. Зачем, зачем нам свет седых веков, не оживить застывшие картинки, но слышать сабель звон и свист клубов, и выходить с тобой на поединки, с тобою выходить, с тобою выходить, с тобою выходить на поединки. Сядем же по завету Шекспира на землю, покрытую нежной травой. Пустим по кругу чаши с вином и будем рассказывать странные истории. Было это в те далекие времена, когда голоса органов Арпшнитгера были слышны на всю Европу. Серебряные звуки струн перекрывали... шумные голоса дворцовых интриг, потрясений, бесконечных войн. Слыша эти божественные звуки, человек приходил к человеку. Внимая им, человек обращался к Господу. Господи, вразуми и нас складно рассказать эту историю. Мы не утверждаем, что так было, но мы веруем в то, что так могло случиться. Потому мы отправляем наши чаши с вином и просим музыку сегодня быть с нами. Итак, русская фантазия о немецком мастере, путешествие Арпшнитгера в Россию, мы начинаем! Thank you.
Перестать кричать и брашничать, слушать указ государя нашего, послать в окрестные государства великих послов с полномочными грамотами для подтверждения дружбы и любви к ослаблению врагов креста Господня. Штат посольства, включая солдат охраны, считать 250 человек с соболиной указной и прочими припасами. Десятникам второго десятка волонтеров числить Петра Михайлова, а сам государь в состав Великого посольства не входит. Не входит! И зарубил это каждый на свой нос. И прежде чем там, в Европах, слово какое молвит, за вот этот свой нос подергать надобно. Это мой приказ. Приказ полномочный посол, генерал-адмирал Франс Лефорт. А теперь конец бражничать. И начал учиться. Мой приказ, понятно? Так точно! И это все? Никак нет, начал учиться! Вот, учиться, учиться и... Учиться! Дергать свой нос, думать голова, что сказать надобно. Ну а чтобы там, в Европах, на вас смотреть не стыдно было. Всем учиться танцем. Мой приказ, понятно? Так точно! Вот, и... Танцен! 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 Я посол его величества, откровенно говоря. Я посол его величества, воли батюшки царя. Я посол его величества, представляю я страну. Я посол его величества, и в длину, и в ширину. Я посол, гляди в очи, сколь здесь выпита вина. От такого полномочия ощущается страна. Я посол, фигура главная, и не выпить не моги. За послом страна державная, государевы мозги. Политический процесс, знаю я, не знаю все, что такое политес, политеса балансе. Линкс und рекс, зюрюк назад, танцинг класс, вир танцинг все, минуэт, адыграс, политеса балансе. Хоть приемы, хоть фуршет, знаю я, не знаю все, что такое этикет. Политеса балансе, Линкс und рекс, зюрюк назад, танцинг класс, вир танцинг все, минуэт, пари грас, политеса балансе. На тропе дипломатической, если слово вдруг не так, то в процессе политическом может статься царь чудак. У посла слова плачья, слово нужное нашел, чрезвычайно озабоченный полномочиями посол. Слово вверх и слово вниз, знаю я, не знаю все. Это высший экзерсис, политеса балансе. Линкс und рекс, зюрюк назад, танцинг класс, вир танцинг все. Минуэт, пари грас, политеса балансе.
кроме танцев, все, теперь можно и Европу навестить. А как же царь-государь? А господин бомбардир самолично к нам по дороге присоединится. Теперь все понятно? Так точно! Ну что ж, великое посольство, извольте, дорога на Европу! Thank you.
Как мал человек в этом нерукотворном мире. И сказал Господь всему свое время и время каждой вещи под этим небом. Сегодня в Твоем храме, Господи, впервые зазвучали голоса органа, голоса хвалы и благодарения Тебе, Господи, столь щедрому для всех нас. А как говорил Соломон в своей притче: «Иди, ешь с весельем хлеб твой и пей в радости сердце вино твое». Господин Артшнидгер, позвольте репрезентовать вам наших гостей. Глава русского посольства, генерал-адмирал Франц Лефорт. Виват! Виват! Thousand good, Герр Артшнидгер, ваш орган – настоящий немецкий чудо. Покорно благодарю вас, ваше высокопревосходительство. Известный бомбардир Петр Михайлов. Гроссмастер, сию красоту поистине только немцы производить способны. Только немцы, конечно, и способны. Хотел спросить вас о сём предмете. Каким способом совершает гроссмастер отливку труб он? Герр Питер, это очень просто. Берешь дырку нужных размеров, окружаешь ее сплавом из олова и свинца и получаешь онную трубу. Вот я таких людей люблю. Не хвостунишка, а настоящий умелец со своими секретными дырками, да? Герр Шнитгер, вот контракт. Подпись самого государя на построение вами двух органов немецкий Слобода, град Москва. Ежели имеете на сей предмет полное свое согласие, прошу подписать. Передайте его величеству мое полное одобрение и согласие. Почту за честь, в чем собственноручно и подписываюсь. Органный мастер Арпшнитгер. Гроссмастер. Знаете, гроссмастер, российские умельцы исполнили бы этакое в аккурат. Но в неучености и отсталости своей всей момент гештории находятся токма в калачах да баранках дырки крутят. Правда, зело отменные? Давайте и мы возблагодарим всех создателей сего органа. И по старой, доброй немецкой традиции первым из большой органной трубы доброго немецкого пива предложим выпить великому оргельмастеру Артшнитгеру. Все встанем круг, держа баклушки пива. Немецкий пиво – это наш кумир. Наш кумир! Старой бочки доброго разлива. Немецкий бочка, где наш гутенбир. Гутенбир! Спелый пиво кружку, выпьем за подружку. Выпьем и свое, и еще даем. Спелый пиво кружку, выпьем за подружку. Выпьем и споем, еще даем. Давай еще по кружке гутен пива. Немецкий пиво – это наш кумир. Наш кумир! Лимен пива доброго разлива. Сосиски мы оставим на гарнир. Спелый пиво кружку, выпьем за подружку. Выпьем и споем, и еще нальем. Спелый пиво кружку, выпьем за подружку. Выпьем и споем, еще нальем. Соленый рыбка, то свою нравится
все любят Гутенбир. Но только бистро на лице с улыбкой успеть на хаус дорогой с пеной пива кружку. Выпьем за подружку, выпьем и своем, и еще наем. С пеной пива кружку, выпьем за подружку, выпьем и своем, еще наем. Выпьем и своем, еще наем. Выпьем и своем, еще наем. Паш, что господин бомбардир этикету политесу не блюдете? Что? Тебе, немец, за мою Россию срамотно стало? Государь! Да, у Петра страна разорена. С хлеба на квас перебиваемся. А кто в этом виноват? Не ты ли, немец? Господин бомбардир, я... Франц Лефорт, с полной верою и ответствием служу Отечеству Российскому. Возвернемся домой, казнит меня государь, али милует моего возражения, на то не будет. А здесь, в Европах, извольте не срамить страну царя моего, Петра Алексеевича. Ну, прости, Франц, прости. Бог простит, а я тем паче. Да и дела нынче не мешкотные, да, завелись. И сей же час пора отправляться дорога к вещей славе государства российского. В путь, господин бомбардир. В путь! Великое посольство, в путь! Прощайте, господа, Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Дорога! На Европы! Огня во всех жилищах ваших в день шабата. Не зажигай огня, прошу, не зажигай. При свете меноры субботний час заката соединил твой дом и твой Израиль. Шаббат шалом, шаббат шалом, еврейский дом, еврейский дом. Заходом солнышко горят, мерцая свечи. Иерусалим, Иерусалим, шаббат шалом, шаббат шалом. Шалом, народ родной, в субботний добрый вечер. Не зажигай огня во всех жилищах ваших в день шаббата. Не торопи судьбу, прошу, не торопи. При свете меноры по стрелкам пицциката наш старенький шпилар сыграет, потерпи. Шаббат шалом, еврейский дом, заходом солнышко горят, мерцая свечи. Thank you.
шабата. Не оставляй мечту, прошу, не оставляй. При свете меноры по стрелкам циферблата поторопят тебя вернуться на Синай. Шаббат шалом! Шаббат как шаббат, семья как семья, а я как бедная ханукальная свечечка одна догораю. Моя бедная мамочка говорила, дай Бог ей памяти, есть Бог, и Он ведет счет. Ничего никому не дается за даром, даже луковичная шелуха. Так и даже на шаббат арфа нет дома, а я так рано приготовила его любимые картофельные оладьи. Надо скорее завернуть их в одеяло, пока они совсем не замерзли. Франц, Франц Шнитгер, соседи, вы не видели моего Франца? Весь папу, дай Бог, он скорее настись. Франц Шнитгер, так и солнышко уже заходит, начинается шаббат. Не зажигай огня в жилищах ваших день шаббата. Шалом, шаббат. Шаббат, шалом. Это как понимать? Что все-таки есть так, как должно быть? Я не могу говорить ни с родным сыном, ни с родным мужем. Даже в шаббат должна молчать. Чего тут плакать, пока полотенце по тебе еще не загуляло? Чего расхлюпался, как дождик, на всю улицу? Твоя прабабушка, помню, говорила, сидел бы дома, сапоги целее были. Кто дразнился? Дружки твои дразнили, чтобы они так жили, как ты сейчас плачешь, чтобы их всех пузырем раздуло. Они тебя били, Франц? Нет, не били. Так и что ты ручей из глаз пускаешь, коли тебе не больно было? Нет, что вы на это скажете, соседи? Каждый чует, что другой чесноку наелся. Франц, ты всегда был любимым внуком моей мамы, хотя твоего отца она так и не полюбила. Когда твой папа идет строить свои органы, он чеснока не ест. Дай ему Бог здоровья и всяческого благополучия. Моя мамочка всегда говорила, коли лука луковица, то у чеснока чесноковица. Франц, когда твои прабабушка с твоим прадедушкой перебрались в Германию, им пришлось сменить свою еврейскую фамилию Шниткельсон на немецкую Шниткель. Ну, а потом уже на Шнитгер. Дай Бог тебе про все это помнить, но никому про это не рассказывать. Так значит, это правда? И папа, и я все-таки евреи? А в немецких кирхах это все немцы подтвердят. Наш папа великий оргельмастер. А дома-таки великий немецкий оргельмастер мог бы побыть и простым евреем. Папочка идет! Папа! Эстек, Франц, соседи, я таки добрался до дома, шаббат шалом. Шаббат шалом. Шалом, 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 мамочка моя, не надо плакать. Душой я разрывался между шаббатом и моим органом. Услышав его голоса, звучал он божественно. Я мысленно шептал слова молитвы. Благодарю тебя, Господи, что позволил мне, бедному еврею, создать этот божественный инструмент. В храме молились прихожане, они молились своему Богу, может быть, благодаря звукам моего органа. Благодаря твоему еврейскому таланту,
великий немецкий оргельмастер. Может быть, благодаря моему еврейскому таланту. Все знают, какие люди были в нашем роду, но главная музыка моего органа. Слушая ее, прихожане стали выше на ступеньку к своему Богу, а я таки к своему. Каждый должен помнить, что написано в Торе. Если в то время, когда вы сажаете дерево, к вам придут и скажут, что явился Мессия, сначала закончите посадку, а уже потом идите приветствовать его. Папочка, я таки и дома буду стараться быть простым евреем, но я тоже хочу научиться строить органы. Никто не спорит, Франц, мой мальчик, что ты таки принадлежишь к избранному народу. Мой мальчик, мой Франц, мой наследник, я счастлив, что ты хочешь продолжить мое дело. А у меня завтра длинная дорога в далекую Россию. Я не ослышалась, Гершнитгер? В Россию? Сам император всея Руси Гер Питер предложил мне построить два органа в Лефортовской слободе Москвы. Пойду собираться, дай бог быстрее приехать домой. Он очень будет ждать тебя, твой дом. Но умоляю тебя, ах, не работай там по субботам. Я тебе заверну с собой курочку и пирожки с ливером. А это очень далеко, Россия. Таки папа твоей бабушки, твой прадедушка, Мойша Давид Шнитгельсон, там торговал. Он, помню, рассказывал, в России много церквей, купола золотые, пьяные бояре бороды лопатой. С девками на лошадях по улицам катаются. И еще медведей там, говорил Мойша Давид. Упаси Господи на каждом шагу. Таки на каждом шагу? Таки на каждом шагу и на всякой дороге стоят и рычат. Франц, давай помолимся с тобой, Франц, за папу нашего. Дай Бог ему скорее вернуться и дай Бог ему здоровье, чтобы на его пути не попадались эти медведи и эти девки, которые на лошадях катаются. Я совсем забыл, Эстер. Погляди, это настоящая русская водка. Ее мне презентовал сам Гер Питер. Мои шикарные картофельные оладьи стали совсем холодными, как это твоя русская водка. А я не могу их разогреть, потому что начался шаббат. С высоких гор спускается туман, и фонари зажег Иерусалим. Пойдем в наш дом, наш старый ресторан, пойдем и по душам поговорим. Вся наша жизнь чертовски неправа, и только тут наш уголок родной. Скажу тебе, мой друг, свои слова, и вместе здесь мы помолчим с тобой. Погляди, горят все окошечки, любят погулять на Руси. Черным хлебушком, да с картошечкой, да с селедочкой и баси. Половой дружок наш хорошенький, самовар на стол к нам неси. С черным хлебушком, да с картошечкой, да с селедочкой и баси. Давай-ка попури, поставь пластинки старым временам, и барыню для нас ты повтори, ну а 740 с бацаешь ты сам.
здесь старый дом, обетованный рай. И ты поймешь, поймешь меня, дружок. Мы сдвинулись, стаканы олекай, а поутру нальем на посошок. Погляди, горят все окошечки, любят погулять на Руси. Черным девушкам, да с картошечкой, да с селедочкой и Васи. Половой кружок наш хорошенький, самовар на стол к нам неси. Черным девушкам, да с картошечкой, да с селедочкой и Васи. Погулять на Руси с черным хлебушком, да с картошечкой, да с селедочкой и Васи. Половой дружок наш хорошенький, самовар на стол к нам неси. С черным хлебушком, да с картошечкой, да с селедочкой и Васи. Половой дружок наш хорошенький, самовар на стол к нам неси. Чёрным хлебушком, да с картошечкой, да с селёдочкой и Васи. Монетка! Монетка! Глянь-ка сюда! А чё там? Там, окромя ивы, ничего и нет. Это для тебя, девчоночка неразумная, ничего нет. А здесь сама музыка из земли вырастает. Ты, окромя своей музыки, вообще ничего не видишь. И меня не жалуешь. Да жалую я, монетка! Жалуй, но... Но зачем я тебе такой? Мы, потешники, сегодня здесь, завтра там. Не пара мы с тобой, не пара. У меня в карманах одни дырки. А ты, монятка, любимая дочка хозяинова. Да, кстати, а как тебя по-вашему, ну, по-еврейскому кличут? Мариам. Мариам? Ха, красиво. А мне с тобой хоть Мариам, хоть моняткой. Хоть бы на краешек земли, только бы ты, Егорша, меня жаловал. Смотри, смотри сюда, монятка. Вот эту веточку можно отрезать от корней родных, и все, она погибла. Ты это к чему? К чему говоришь такое? Да к тому говорю, что и сломанную веточку воскресить можно. Из этой веточки наш Андрюха свирельку смастерит, а я ее тебе подарю. А вот как научишься на ней играть, тогда, девчоночка, и договорим обо всем. Пожалую, девчоночка моя, полушалок подарю тебе нарядный расписной. Буду я как горько алая, как светлая заря. За околицей мы встретимся на тропке полевой. За околицей.
Троицей мы встретимся на тропке полевой. Девчоночка моя, только звезды нас заметят, только месяц золотой увидят тропинка шалая в далекие края. До утра мы не расстанемся, наверное, с тобой. До утра мы не расстанемся, наверное, с тобой. Расстанемся, девчоночка моя. На траве с росой холодной увидит нас рассвет. Нас разбудит утром ранним печаленого соловья. А девчонке полушалочке всего 17 лет. А девчонке полушалочке всего 17 лет. А не то, не ровен час, увидит нас отцу твоему, расскажут, нам не поздоровится. Беги, беги! А мне надо бы на гостей на постоялый двор зазывать. Пошла, Герр Шнитгер. Я русский, земля Герр Питер. Герр Питер со своей Москвой на запад приглядывается. Желает облаготить свою державу о берег моря Балтийского. По заснеженному полю путь не близкий седока, и наслушаешься в волю долгих песен ямщика. А метель метет красиво, сыплет снег на конский круг, и поет ямщик на диво, опоясанный в тулуп. Ямщик, не гони лошадей, мне некуда больше спешить, мне некого больше любить. Ямщик, не гони лошадей, с ямщиком дорожка дальняя, по снежочку благодать от России до Германии. Всем рукой подать. А за песней с перебором, да при свете тусклых звезд, трехэтажным разговором разгоняет он мороз. И когда конец дороги уж никто не разберет, тянут руки, стынут ноги, про судьбу ямщик поет. Ямщиком дорожка дальняя, по снежочку благодать от России до Германии, совсем рукой подать. Вперед, какого черта, внутрименный по бокам, переполненный аортой, смолкла песнь у облучка. Ямщик, не гони лошадей, мне некуда больше.
мне некого больше любить. Ямщик, не гони лошадей с ямщиком. Дорожка дальняя, по снежочку благодать от России до Германии всем рукой подать. Везете, можете? Всякое везем. Мафематические орудия, там, глобусы. А в сундуках что? В сундуках органы, две штуки. Что за предметы сии, органы? Орган — это музыка, которая чрезмерно громогласна, что ли. Музыка? Не слыхала такой. А ну, покажись ты! Нет, это открывать нельзя. Да. Кому нельзя, кому можно, на то и таможня. А ну, кажи подорожную, куда путь держишь. Я не понимать. Герр Арпшнитгер, немецкий оргелмастер, к царю-батюшке едет. Грамоте искусен? Читай. Плохо вижу, но не читай сам. Деревня. Я, Цезарь и полковник от гвардии российской, приказываю всем нести мою царскую атенцию, кое встретите по пути вельми искусного оргелмастера Арпшнитгера. Про сундуки тут ни слова не сказано. А ну, покажь музыку! Ты поломай моя музыка! Моя музыка не играет холла! Ты поломай моя работа! И что за шум громогласный приключился? Вот этот вот господин требует. Какой такой господин? Так это ж комедиант! Потешник, куверты выкидывает! Ну-ка пошел отседова мухой! Я с тобой потом поговорю! Добро пожаловать, дорогой Кир! Но постой! Кстати, как его звать, величать? Вельми искусный оргелмастер Арпшнитгер. Послушайте сюда! Я, конечно, извиняюсь, в таки вашем роду. Так и я очень долго ехал и хотел бы быстрее добраться. Конечно, конечно! Прошу ко мне на постоялый двор и примите все свои удовольствия! Хозяин. В честь нашего гостя из Германии Арпшнитгеля. Шнитгер. Арпшнитгер. Запомни, Шнитгер. Так я и говорю, для нашего дорогого гостя из Германии великодушно прошу отведать наше фирменное блюдо. Селедочка и васи, да с хлебушком нашим черни. Да с картошечкой, да чарочку проствейна, с устатку пригубить. Эй, Манятка! Таки смотри мне, Манятка, наш человек. Попотчу иноземного гостя по полной атенции царского указа. Долгие лета вам, герр Шнитгер, жить и цареву чашу досуха испить. О, нет, это очень большой посуда, я не могу. Герр Шнитгер, по царскому в этикету надобно. Я, конечно, извиняюсь. При всем моем уважении за царя-батюшку положено по полной атенции, чтобы сухо был. Виват, герр Питер! Вот это, сэр Гуд! Вот это по-нашему Манятка! Почуй гостя по хозяйской атенции! Большой посуды. Долгие лета вам, герр Шнитгер, жить и хозяеву чашу досуха испить. Пожалуйте, пассажок на дорожку. Манятка, а кто такой пассажок?
По этикету хозяйскому с полной мочью, чтоб пусто было. По этикету хозяйскому с полной мочью. За царя, чтоб пусто было. За меня, чтоб пусто было. А это твоя, моя, пасашок, я не могу. Давай зови комедиантов, пусть они пьют. А я буду таки петь куплет про Гогель-Могель. Так и с превеликим удовольствием. Давай, проходи, народ. Ревожора! Ца-ца! А вы мне, дружина, подпевай! Ой, надевай кифу свою жилетку, бери цветок и скрипка для мыслов. Я вам спою про Рому Абрамович, не говоря про Сашу Кинцов. В день воскресенья кто не умер, шумер, так и кого раздели до кольцом. Распахивает двери Абрамович, где в пеньюаре сорожнит кольцо. Ой, разливай по блюдцам, Гогель-Могель, таким шаббат работать не резон. Семью субботу любит Абрамович, а всю неделю сорожнит кольцо. Расчеши чубчик свой, пейси-шмейси, нальется воротника никого. И в понедельник Рома Абрамович спешит, конечно, царевнит кольцо. Шалом во вторник нашим шуткам-шмуткам, все любят, понимают наш жаргон. И сколько под подушкой Абрамович оставил ночью царевнит кольцо. Не разливай по блюдцам, Гогель-Могель, таких в шаббат работать не резон. Семью в субботу любит Абрамович, а всю неделю сарушник и сон. Разливай по блюдцам, Гогель-Могель, как и в шаббат работать не резон. Семью в субботу любит Абрамович, а всю неделю сарушнит кольцо. А всю неделю сарушнит кольцо. Молодец, русский музыкант, аспар нас! Вот вам еще рублики-бублики! Оп! Вот это по-нашему, вот это таки наш человек. А ну-ка, кулерт по полной отенцы для иноземного гостя. На то и пономарь, что в обедню служить с превеликим удовольствием. Эх, пошли, поехали, а ну жги, говори. Во всю мочь, чтоб пусто было. Всегда гулять умели на Руси. Эй, жена, давай, что есть, на стол неси. Ничегошеньки не жалко для гостей. Наливаем все стаканчики полней. Эй, гуляй, народ, давай, народ, гуляй. Опрокидывай и снова наливай. Суходонышко в рюмочке твоей. Так проводим аж до самых до дверей. Кричок, дружно чокнемся со всеми старичок. За здоровье, за семью и за войну, и за матушку Россию, за страну. За здоровье, за семью и за войну, и за матушку Россию, за страну.
башка, не проводит и ни свата, ни дружка. Это чок-и-чок-и-чок-и-чок-и-чок-и-чок. Дружночок ты взял со всеми старичок. За здоровье, за семью и за войну, и за матушку Россию, за страну. За здоровье, за семью и за войну, и за матушку Россию, за страну. И за матушку Россию, за страну. Дорогах стоят и рычат. Давай помолимся с тобой Франца, папу нашего. Дай Бог ему здоровья, чтобы на его пути не попадались медведи и эти девки, которые на лошадях катаются. О, смерть! Моя труба! Оргельмастеру скоморошники художник достают из его сундука не трубу органную и изо всех сил дуют в нее. Труба издает такой звук, что Егорша бежит, сломя голову, прихватив, однако, трубу. Земного оргельмастера трубу воровал. Кто самому царю ажидацию учинил, коли орган бизонной трубы играть не может? Отвечай, где труба? На тыбу захотел, холоп? Где труба? Говори! Горело, ваше высокопревосходительство, когда мальчишки по глупости костер учинили, сгорело. Андрюха успел из пламя одну горящую доску выхватить и говорит: да я этакую штуковину самолично могу сработать. Дозвольте вину нашу искупить, ваше высокопревосходительство. О, бестолков русский народ! Сначала учиняет всякие непотребства, а потом с онными непотребствами успешно борется. Ну смотри, предоставить иноземному оргельмастеру трубу, дабы он в принадлежности оной не усомнился, точно в срок и ни дня позже. Да мы с Андрюхой в одну ступню! О, смерть! Моя труба!
маковой, какие золотые на церквях поставлены. Глаз не оторвать. А может, надо бы на все оставить, как истори велось. Господи, помоги мне пройти свой путь до конца. Укрепи силою своей мысли раба твоего. Не было еще такого на свете, дабы с прошествием времен правда потерялась. Одно только и видят бояре, что не по-дедовски живем, а того не ведают, что перед большими делами стоим. А как нам одним сии дела совершать? Вон там, в покоях, немецкий оргелмастер выжидаться и мается. А сам царь к музыке особого отношения и расположения не питает. Но царь и музыке должен оказывать свое царское предпочтение, дабы не отставала Россия наша от стран просвещенных и в этом искусстве. И не будет стыдно тогда царю всея Руси снимать шляпу перед иноземцами искусными, дабы и они потом, уважая заслуги и виктории российские, стояли перед нами с головами непокрытыми. А, Франц, заходи. С замыслами нашими ты знаком? Пиши уложение. Ein Moment, mein Herz, диктуй по всем артиклам. Артикул первый. Всякому прибывшему во всешутейную палату все чины свои оставить вне дверей равномерно, как и шляпы, и наипаче и шпаги. И спесь, мин херц. Помысла спесь. Артикул второй. Быть веселым, но ничего не ломать, не рушить, не грызть. Во всяких затеях другим не препятствовать. Не препятствовать. Третий, мин херц. А третий будет таков. Пить с такою дозою, дабы каждый мог найти свои ноги для выхода из дверей. Быть, сыну артиклу, быть. Говорить умеренно и не зело громко, дабы у прочих голова не болеть. Не болеть. А паче на хорах под крылосом загудят все голоса и трубы органные. Свои голоса и таланты не присоединять, дабы не мешать игранием тем органам. Отличный артикл, Мюнхерт. Тем паче оргелмастер Арпшнитгер. Гроссмастер, гроссмастер, зови его по полному в этикету. Гроссоргелмастер Арпшнитгер. Ваш император величие. Герр Шнитгер, не зови меня, ваше величество. Зови как раньше, как тогда в Германии, их просто Герр Питер. Sehr gut, Герр Питер, sehr gut. Герр Лефорт, приписать гроссмастера к оружейной палате. Положите ему на кошт жалования 200 рублей. 200 рублей! И не мешкая приступить к работам, дабы играть на тех органах ко дню изготовления всешутейной палаты. Будет сделано, мин херц. Герр Питер, Герр Лефорт, данке шон, спасибо, зер гут, таки таузен гут. А мне рассказал один русский поговорка. А Бог не выдаст, таки швай не съест. Но какой-то швайн украл мой самый большой труба Хольцтрумпеты. Я должен ехать в Германию, делать новый труба. Интересная гештория, Герр Лефорт. Ну, что делать знаешь?
коли мозгами пошевелишь. О, гер... Шнитгер, я... вам не надо ехать, Герман. Ваш Хольдстромпеттен будет доставлен в аккурат. Быть посему, большая труба должна играть в точно указанный срок. Я правильно вас понимаю, Герлифорд? Да, герр Питер, в точный срок. И не часом позже, в чем признаю свой истинный интерес. Быть посему! Не может за что-то. Устал я. Устал в мыслях своих. В душе покоя нет. Трубу гнут не разом, а коль навалится, так и лопнет. Эх, сейчас бы на корабль поднять паруса, да навстречу ветрам да штормам. В морях я точно знаю, куда корабль править. А здесь никакой компас не укажет верный путь для России. А вокруг царя все оглядываются. А рядом с царем толпа иноземцев. Зергут, зергут. А сзади стрельцы да бояре шипят со всех сторон. Нехорошо, нехорошо, не по обычаям царь свои дела вершит, не по затеям, всяким, не по стопам, батюшки своего царя Алексея Михайловича Россию ведет, кровушку из нас пьет. Не будет Россия жить одной от всех огороженной. Вот флот построили, и нашим кораблям уже в Европах пушки палят, а в скорости и Европы сами к нам в гости жаловать будут. И не будет топтаться на месте Россия, аки медведь на поляне, а вперед пойдет быстро, дабы здоровее и прибыльнее государство российское было, дабы во всем свете имя русского человека в чести держать, на что уповаю и верую. Растет Петербург, он столицею станет в веках. На Невы острова, где пришпекты, сады вырастают. Над Балтийской волной с иноземных столиц облака. Топором у Невы воздвигают дворцы многоглавые. И попутно ветра парусам европейских морей. Государь на краю необъятной державы, и ее он ведет на свидание с Европою всей. Топоры стучат полупьяные, без рубах мужики на гишон, кто навел мосты деревянные, обещался кто с топором. На погостах крестьяне зыбянные освещают светом царя. И устремив дела окаянные, кто точил топор на царя.
Капитаны судов паруса подымают на реях. Медный колокол бьет, иноземцам врата отворив. До поры просвещенной России. Хоть не может вдруг, но цари все до смерти цари. Чтоб держаться в морях, государева в жизни забота. У Невы берегов, где студена поутру роса, развивается флаг над кормою Петровского бота. И варяжские моря украшают Петра паруса. Топоры стучат полупьяные, из рубах мужики нагишом. Кто навел мосты деревянные, обвенчался кто с топором. На погостах кресты безымянные освещает светом заря. И узрит тела окаянные, кто точил топор на царя. Андрюх, слади мы оную трубу, а киноземная была. Глядишь, царю оно зело угодно будет. Сердце его возрадуется, как солнышко на Христово воскресенье. А не сладим, светлое воскресенье черным для нас обернется. Никто не благ, токмо один бог. О. Бог-то бог, да и сам не будь плох. А мы, чай, Андрюха, лыком не шиты, и мы не подшиты, а вось... Сладим все в исправности, а? Как она, матушка? Похожа на иноземную? Как сестрица единородная, но масть иная. Так, надо бы на 33 травы, 33 корня для отвару. Господин офицер, надо бы на... Надо для оной трубы отвар трав с кореньями варить. Рыбного клею на желудочках осетровых. Вот. Бутылку клея и 2 штопа водки. А оные 2 по что надобны? Для отравы, для отвару, для зелья растворения, господин офицер. И это отлагательство не терпит. Не терпит. Часовой, да глядеть за ними в оба глаза! Ты по что это? А ты по что, пока свирельку монятки не сделал? Господи, монятка! А ты откуда вот здесь? Откуда? Захотелось вам помочь, да на свирельке поиграть. Ладно тебе, смастерят еще свирельку. Ты вот, Андрюха, давеча сказывал, что всякое дерево слышать и понимать надобно, чтобы сразу определение совершать, которое паском ракочет. Которая дишкантом дребезжит. Да. Так вот я и говорю, что всякое дерево, оно свое положение в жизни имеет. Как и человек. Кому что на роду написано. А? Что ты, Андрюха, на это сказать можешь? Тут какое дело-то? Натуру дерева понимать надобно. Ломкое оно строгое или с добродушием, мягкостью. Опять же, оно вот веселое, либо хмурое. Веселое, либо хмурое. Гляди у меня! Одна ночь осталась. Часовой? В оба глаза! Вот. Ну, как, матушка, теперь еще похоже на иноземную? Как близнята. Одна в одну. Ну что, пора испытание справлять по музыке. Вот. Давай.
Ну что, глаз вроде бы похожий. Погоди, погоди, испытай еще разок. У немчина лад чуток повыше был, Андрюха. Фу ты, а. Так, что же мне с тобой, матушкой-то, сотворить-то, а? Ума не приложу. Да, труба да баба, одна забава. А нам с тобой сонной трубой только сутки забавляться и осталось. Да, как же мне приподнять-то тебя? Без стакана-то не сообразить. О, а вот это верно. Все равно завтра помирать. Давай, Андрюха, за царя-батюшку по глотку совершим. Да, крутую загадку-то загадал нам царь-батюшка. Вот завтра он нам и ответ произнесет. Давай, Андрюха, за завтрашний день еще по глотку. Не-не-не, мне еще соображать надо, а ты хоть 5 глотков свершай. За околицей мы встретимся, девчоночка моя. Только звезды нас заметят, только... Погоди, погоди! Андрюха, ты сколько глотков совершил? Да, один, вот тебе крест. А я ж целых 5! А теперь еще слухай! Сделай глоток и слухай! А? Чем меньше водки, тем глаз бутылки ниже! Теперь еще понял? Теперь еще что, прикажешь водку прямо в трубу вливать? К воздуху у корот найти надо бы на... Так, так это в смысле... Ну-ка, Егорыч, иди сюда, ну-ка, давай. Так мы же сейчас вот здесь вот, оп, вот так вот, раз. Ну-ка, давай, давай. Вот она. А? Ну, давай. Испытание. Испытание. Русский глаз у матушки, а ты наземного не отличишь. А это что? Почему здесь? Монетка. Потому что я жалую его. Господин офицер, давай опоясывай ее веревкой и докладывай генералу Лефорту, что сонной трубой полный аккурат. Аккуратно, аккуратно, неси. Рубану текст дощечкою случайно постречались. Дощечкою рубану те друг дружке удивлялись. Рубану текст дощечкою смущались и смеялись. Рубану текст дощечкою друг дружке притирались. Кружка золотая, бежит, летит кольцо, летит моя милая, выходит на крыльцо. Ой, корабль со слезами, на крылышки над бедрами, пошла, пошла, милая, поплавать в озерцо. Ой, стружка золотая, крученое кольцо. Мастеровые с песенкой талантов кружевцов. С огромом наковаленка, со стуком долотцов. В селе большой деревне, в поселке у реки, с рубанками, дощечками, рассеи верстаки. Жить, жить.
ведрами, как крылышки над бедрами. Пошла, пошла, милая, поплавать в озерцо. Ой, стружка золотая, крученое кольцо. На открытие Государевой палаты пожаловал сам император всея Руси Петр Великий! Виват! 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 Приветствую всех! Ну как, Герр Шнитгер, так и порадуйте нынче нас своей музыкой! Коли Богу угодно будет, порадую. А что так нерадостно? Вам не вернули трубу? Генерал Лефорт обещал сейчас, 5 часов. Его сиятельство генерал Лефорт! Герр Питер, приветствую тебя, сэр. Будет ли исполнена воля государева по части трубы в срок указанный? Целая минута до срока, герр Питер. А сколько на ваших государевых? 5 пополудни. А вот и сама пропажа в точный срок пожаловала. Узнаете свой труба, герр Шнитгер? Так и мой труба совсем целый. Данке шон, херр Лефорт. Зело преудивительно, с большим моим удовольствием почитаю отдать благодарность вам, герр Шнитгер. Герр Питер, для меня большое счастье выполнять твой заказ. Нет, герр Шнитгер, счастье, когда есть талант, украшение рода человеческого. Гроссоргелмастеру Арпшнитгеру виват! Виват! Сию красоту поистине только немцы производить способны. Я правильно мыслю, герр Лефорт? Да, я... Герр Питер, я тебе не поперек, а ради справедливости сказать должен. Мне Россия, матушка, доброй матушкой стала. И сыновей способных она изрядно имеет. Трубу сию русский мастер изладил. О, майн гот, этого не может быть! Это мой труба, я проверял. Герр Шнитгер, а вы взгляните вовнутрь. О, какой-то маленький буква. Герр Питер, невелика знить. Немецкие труба мальцы на костре сожгли, а это копия российская. По что на труба внутри русскими буквами написано «Изладил мастер Андруха». Герр Лефорт, я хотел видеть этот русский мастер Герр Андруха. И где этот мастер учился? В обжорном ряду? Тумаками? Ну так, конечно, герр Питер. Но Россию не посрамил. И сам ведаешь, государеву волю исполнил. В точный срок. Стерта твоя вина перед государем. Всякий умелец на свой лад. А этот мастер первой руки. Ну что? Гудошники-скоморошники, признавайтесь, который из вас Андрюхой прозывается? Вон тот, выходи вперед! Прости, царь-государь, ну конфузия такая вышла. Гроссоргелмастер Арпшнитгер, и ты, мастер первой руки Андрюха, в память о делах ваших искусных примите чаши государевы янтарные. Виват мастерам! Виват! Герр Андруха, я хотел знать,
Как ты можешь делать такой большой труба и ставить такой маленький русский буква? Гершнигер, мы вот с Андрюхой все твои немецкие загадки отгадали, а теперь твой черед отгадывать наши. У нас, знаете ли, тоже у русских-то голова-то не огурцом забита. Всякий народ имеет свой смысл. Ну а коли все зыркут, ставьте труба на свой законный место и приступайте с Богом к кувертам. О, май год! Готово! Разрешение гросс-оргелмастера Арпшнигера. Первый куперт почнет Ивашка Гудовский. Герлифорд! Напомни всем артикул 4 уложения. Уложение артикул 4. Апаче на хорах под крылосом загудят все голоса и трубы органные. Свои голоса и таланты не присоединять, дабы тем органам не мешать. Аще Бог с нами, никто на ни. Ждете, холопы, когда вам царь укажет, как поступать надобно. А сами без царя вы дети малые, неразумные, не ведаете. Все знает надежа государь, все укажет своим божественным повелением. Да только и государь не все знает. Не знает государь, помянут ли его завтра словесами добрыми, аль проклятиями. Не знает, на кого престол оставить, дабы дела его достойное продолжение имели. А ежели завтра прикажут вам
супротив моих дел стеною встать. Прикажут бояр на прежние места возвернуть, заставами и кордонами от Европы отгородиться. Прикажут корабли потопить, да паруса спустить. Что тогда? Молчите. Стало быть, и завтра промолчите. Значит, понапрасну на всех морях ветра да шторма российские паруса трепали, понапрасну кровь российскую проливали не с числа. Вон, нынче болтают, царь-убийца, деспот, народишко мрет тучей. Пусть болтают. Все смертны, и цари тоже смертны. Но Россия вышла на Балтику, и здесь будет стоять твердо. И не дети наши, не внуки, не правнуки, ни цари другие, пришедшие сего края, не уступят. Нет, не напрасно перемены вводил, нравы исправлял, невежество искоренял. Многому научились люди. Корабли и города строить, всевозможным наукам и искусствам. И это поселилось в просторах наших, и мы другими в своем естестве стали. Не будет нас. Будет Петербург стоять во все времена. Будут на мачтах кораблей во всех морях подниматься флаги Андреевский, российский флот славя. Будут играть и органы заморские, прославляя просвещенность России, матушки. На что уповаю и верую. Погляди в биноклю на Европы, на ее заморские берега, дабы взять нам иноземный опыт на свои российские снега. Там в Европах разные сонаты, у органов раки парики, а в России бороды лопатой, и гуляют мужики. А в России бороды лопатой, и гуляют мужики. А чем гармошка хуже органа, чем балалайка не тот струмент, смеется трезвой, заплачет пьяной и тронет сердце в один момент. Чем равняться, соберем все орды в кулак, и скорее так станем подниматься, и докажем, русский не дурак. Там в Европах шпарят клавесины, и под ветром стонут паруса. Мы изладим все из древесины, да добавим наши голоса. А чем горло?
пьяной и дрогнет сердце в один момент. Нам свое российское дороже, у реки в лазоревый рассвет, в париках заморских нашей рожи ничего смешнее в мире нет. Не гляди биноклю на Европы, на ее заморские берега. Нам свои нехоженые тропы пробивать по русским воснегам. А чем гармошка уже орляна, чем балалайка, не то струнет. Бьется трезвой, заплачет пьяной и тронет сердце в один вынуть.